Всем привет! Сегодня будем рассматривать, как скачать мою сборку, потому что есть определенные нюансы, так как файлы расположены на Google Drive. Вот я нажимаю «Скачать». И вот появляется такая менюшка. Нажимаем здесь «Скачать». Скачать в любом случае. И выбираем место там, где хотим скачать это дело. Нажимаем Save. И скачивание начнется. Теперь дальше. Есть, значит, маленькие файлики. Посмотрим, как они скачиваются. Вот, допустим, файлик «Контрольная сумма». Ну, во-первых, вот он показан. Это можно скопировать, вставить в программу для проверки. И нормально. Опять-таки, можно нажать на «Скачать» и сохранить там, где вы его хотите. Файлики, допустим, такие. С программкой, которая проверяет контрольную сумму и сравнивает ее с тем, что вы скачали. Вот значок скачки. Download. Нажимаете, скачиваете, разархивируете и получаете эту программку. Ну и еще одна из программочек, которая записывает скачанный вами файл, если он нормальный, то есть если контрольная сумма совпала. Вот. Опять-таки нажимаете на download здесь, можете нажать на download здесь, без разницы. Он не архивирован, ничего, скачали, можете сразу запускать. С помощью этой программы образ записывается нормально. Итак, программу, допустим, вы скачали. Контрольную сумму, значит, проверили, все работает. У меня есть отдельный видеоролик, можете посмотреть его. Значит, вот здесь вот все мои видеоролики. И здесь, значит, можете найти вот урок, как проверять скачанные файлы. И там, как говорится, все подробно рассказано и показано. Хорошо. Файлик вы скачали, запустили утилиту. Писать можно двумя утилитами. Можно писать Rufus, можно писать Uniboot, без разницы. Взяли. Запустили утилиту. Нажали Yes. Здесь, значит, нажали на образ диска. Здесь, значит, нажали. Вот у меня этот файлик называется Linux Mint Leaf. Нажали открыть. А здесь плюс еще можете там себе сделать кладовочку, то есть хранить там какие-то изменения. Если хотите без изменений, просто нажимаете ОК, и запись пошла. У меня вот есть такая хорошенькая программка, которая позволяет проверять записанные флешки.
Ну вот видно, что все работает, как говорится, нормально. Поэтому теперь во втором уроке, значит, или во второй части моего видеоклипа, можете посмотреть, как устанавливается мой живой, как говорится, моя сборка на жесткий диск компьютера.